জনস্য কৃষ্ণাদ বিমুখস্য দৈবাদ অধর্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনম ভূতানি ভাব্যানি জনার্দনস্য জনস্য কৃষ্ণাদ বিমুখস্য দৈবাদ অধর্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনম ভূতানি ভাব্যানি জনার্দনস্য শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад сказал, что Нитьянанда Баларам, он изначальный гуру татва, главный гуру татва. Нитьянанда Баладев, он снизошел в этот материальный мир в различной форме, в форме саду гуру и вайшнавов. В разных формах нити саду, гуру и вайшнавы, они снизошли из того трансцендентного мира. Они представители Нитьянанды Баларама. Они пришли сюда, чтобы освободить падших душ, которые отвернулись от Шри Кришны, от Парататтвы. И для них, из их, по них беспричинной милости, Нитьянанда Прабху явился. И он путешествовал по этому материальному миру в форме саду, гуру и вайшнавов, как ваш Гурудев, мой Гурудев, Шрила Сиддхартха Госвами, Кешава Госвами, Махарадж, различные виды садгуру. То есть будьте осторожны, я говорю всегда о стандарте, в форме садгуру Баладев и Нитьянанда, они путешествуют по этому миру, чтобы спасти нас. И этот Баларам, он сейчас не Нитьянанда. И тот Баларам стал Нитьянандой, и Нитьянанда, он проявляет все больше и больше милости. На самом деле, гуру татва, Баладев татва, она очень сложна, очень высока. Вы уже знаете, что Бхагаван Шри Кришна, Верховный Господь, Нандананандан Шри Кришна, он своим руб Бхагаван. Что значит своим руб? Своим руб значит, что ему не нужно зависеть ни от кого. Он всемогущ, согласно Бхагаватам. То есть ему не нужно зависеть ни от кого, он снизошел в форме Нандананандана Шри Кришны. Но что насчет Своем Пракаш, это практически то же самое. Своем Руп и Своем Пракаш нет разницы, только цвет тела отличается и действия отличаются, но все остальное то же самое. Зовется Баларам. Баларам – это первое проявление Своем Рупа Бхагавана. И первое проявление – это Нитьянанда Баларам. И в Шветадвипе то же самое. Гуранга Махапрабху, его первое проявление – это Нитьянанда Баларам. И вот суть в том, что Баладев татва, она очень высока. Если вы поймете, то это очень благоприятно. Если вы осознаете эту татву, тогда не будет никаких проблем в баджане. Нитьянанда, он настолько милостив, что такие падшие души, как Дурьотхан. Дурьотхан, он очень такой, плохой человек, но Нитьянанда, он настолько милостив, что он даже думает о нем, о Дурьотхане. Дурьотхан – это олицетворение Кали. Кали явился в форме Дурьотхана. И Нитьянанда Баларам, он столько милости пролил на него.
и он хотел благословить его. If you find no way out, вы не видите никакого пути, если мы настолько падши, что нет никакого пути, то тогда и тогда мы можем пойти к Нитянанде, к Баларама. So high datta. И вот такая высокая even датва. From Krishna, даже Кришна. So many nice devotees they can get the mercy of Krishna. То есть так много. But those fallen souls they cannot get the mercy of Krishna. Not possible. Ну, души могут получить милость Кришны, но падшие души они не могут получить милость Кришны. И только Нитянанда может помочь им. И вот Нанданада Шри Кришна Бхагаван, он всегда занят своими лилами с гопи и прочими. Пастухи, пастушки и эти коровы, они всегда заняты своими лилами. Вместе с Кришной имеется в виду. И Дива Госвами говорит, Свайамруп Бхагаван Нанданада Шри Кришна, у него нет времени. Ну, чтобы на вас смотреть. So он занят своими лилами. И чем же он занят? Ну, он занят вот, то есть, своих лилах, он наслаждается ими. Like подумал тому, как если кто-то ну, пьет вино, вино какое-то. Пьяный, он уже не осознает, в одежде он или не в одежде. И вот в Бхагаватам описывается. Мадира Маданхо. He become blind. Blind means externally he cannot see anything. Опьяненный человек, он становится слеп. И вот такая же похожая ситуация с Нанданаданом Шри Кришной. Then all common people how to get in contact with Krishna? А обычным людям как обрести связь с Кришной? Никак. Джива Госвами говорит, что нет возможности, есть единственный путь. Нанданадан Шри Кришна, я имею в виду Свайамруп Бхагаван. Его первое проявление Баларам и через Баларама, который снисходит в разных образах, как Гопад, Падма, Вайшнава и прочее. И вот согласно этой шлоке, вайшнавы, если какой-то вайшнав очень милостив к нам, и тогда по его, и тогда этот вайшнав он может помолиться за нас у Кришны и через и вот через, так, через Баларама Кришна может узнать о нас, иначе это невозможно. На самом деле Кришна может как бы узнать о нас, но не прямо, а косвенно. То есть Вайшнав может от нашего имени помолиться, чтобы Господь нас спас, эту падшую душу, что эта падшая душа умирает, и, пожалуйста, помоги ему, как Прохлад Махарадж. Он говорит, что хорошо, ты хочешь благословить меня, но я уже получил твою милость через Нараду. Если ты хочешь, а если ты благословишь этих детей демонов, то я поверю, что ты действительно благословил меня, и поэтому вот благословляй этих детей демонов. И вот таким образом Прохлад Махарадж спросил этого, и Нитянанда Групадпадма. All Guru Tattva, they are more and more merciful. Радхарани и все прочие Гуру Таттва, они очень милостивы к нам. И без них милость Кришны невозможно получить. И вот в различных аватарах, когда Рама-аватар, Лакшман был младший брат. Лакшман не может дать какое-то указание своему старшему брату. Если, например, он спит на полу или ходит там босиком, я не могу даже, мне тяжело терпеть, и я ничего не могу сделать с этим, поскольку... Then next part, и вот в следующем рождении, когда Нитянанда Баларам, Лакшман явился в форме Баларам, и тогда Баларам был старшим братом, он уже начал как-то заботиться о Кришне. И даже в гор-аватаре
То есть описывается в Чайтанье Бхагавате, что единственный, кого он боялся, Махапрабху, это был Вишваруп. Только Вишваруп, он, то есть если Вишваруп, ну, что-то говорил ему, то он это делал, поскольку он боялся его. Поскольку Вишваруп, он не отличен от Нитьянанды, это такая скрытая татва. All material people in this material world, they can enjoy full kripa of Krishna. Таким образом, все люди в этом мире не могут получить милость Кришны через Гуру Татву, через Нитьянанду. And sahasapadam kamalam gokulaksham mahatpadam tat karnikaram tat anantansha sambhava. И в этом Брахма-самхите есть шлока. Брахма-самхита – это Махапрабху сказал, что это самое. Описывается, в общем, все теории в этой книге. И вот там можно видеть, что Нитьянанда описывается как Дхамма Татва. Нитьянанда – это все. Кришна. То есть, ну, ничего не делает, а Нитьянанда – это все. Все. Даже вот это поэта, священный шнур, асана, трон, его падаки, эти обувь, падаки, в которые ходит все. Все Нитьянанда Татва. Нитьянанда служит Кришне, своему Господу в различных ипостасях, в различных формах, в 12 различных формах. Он все делает. Дама, Сингхасана, его эти падаки, обувь, даже это священный шнур, его, ну, постели, все, ну все, что можно представить, это Нитьянанда. Он служит Господу Кришне в 12. After that, I mean, Чатурбуха. В 12 ипостасях. И не только. Пытайтесь понять это. Okay, то есть лотос, в центре лотоса – это Вриндаван Дама, где гопи, и вокруг Мадхура. Еще снаружи Мадхуры два рака, еще более снаружи Шветадвип. И там Нитьянанда, Кришна, Гауранга, они вкушают вкус этой лилы. Я имею в виду вот этой дополнительной лилы. И вот полное объяснение Кришна лила – это Гора лила. И вот если вы будете думать таким образом на Голоку Даме, и в Двараке, и снаружи Двараке там Чатурвьюха, четыре. То есть внутри Вриндавана Кришна Бхагаван, своего Бхагаван, он являет лилой старшим братом Баларамом. Он Мул Санкаршан, не Маха Санкаршан, а в форме Мул Санкаршана Баларама. Он поддерживает лилу Кришны, служит ему, делает все прочее. И его настроение служения настолько высоко, что обычные люди не понимают. Когда Кришна и Баларам они отправились во Вриндаван, в лесу, то есть тогда Кришна Бхагаван он массировал стопы Баларама. Баларам спал, и Кришна Бхагаван массировал его стопы. Но обычные люди могут сказать, почему Кришна, почему он служит? Почему Кришна служит Баларамом, поскольку
Кришна решает этот вопрос. Асрая-татта, I repeatedly told you, Balaram Асрая-татта, первое проявление. So, maybe he is, you know, Асрая-татта, but still, almost identical with Krishna. That is why only Balaram have the right to do Rasa. Только Баларам имеет право совершать расу. Никто, согласно нашей татве, ни Нарая, ни Санкраса, никакое другое проявление Господа не может совершать расу, только Баларам. Хотя он свой отдельный гопи, но он может кровопавлина воткнуть в свой головной убор. И, то есть Кришна и Баларам могут совершать только расу. И, so, и вот Баларам, он Ашрая-таттва, это правильно. Главное Ашрая-таттва, и в то же время он практически не отличен от Кришны. Мула Ашрая-таттва, like Guru Tattva, but still, but our guru and all other tatta, guru tatta, they cannot do ras. Only Balarama has the right. То есть, никто, кроме Баларама, не может совершать расу. И вот, когда Баларам, когда Кришна массировал стопы Баларама, кто кому служит? Баларам служит Кришне. Почему? Хотя внешне выглядит, что Кришна служит Баларама. Нет. Кришна внешне выглядит, что Кришна служит Баларама, массирует его стопы, но все же служение. То есть Кришна удовлетворен этим. Гуру Махарадж написал книгу о сердце Кришны. И вот смотрите. What do you mean by seva? To give full satisfaction. Что такое служение? Это чтобы наш объект, которому мы служим, был доволен. If I serve, если я служу Кришне, so my mood is to how to satisfy. Настроение как удовлетворить Кришну. So Кришна serving Balarama, Кришна служит Баларама, удовлетворение в его сердце присутствует. Whom? Кришна. So directly, indirectly, то есть, так получается, что Баларам хочет удовлетворить Кришну так, любым образом. Now actually, dham, и вот сейчас дхама, total dham, you see, Sandini Shambhit. Sandini Shambhit и Хладини. Sandini Shambhit и Хладини. These three different ways, you see, эти три. This Shambhit Shakti, Shakti, different ways. Три Даша Шакти. By Sandini Shakti, это дхамма, and those парикар, и парикар, то есть все, we can see. And Sangit Shakti, окружение проявляется, Sangit Shakti, это их взаимосвязь, follow, знание, Sangbi, и все остальное проявляется. And Ladini, и Хладини, в Чайтанья Чайтамрите. This Ladini Shakti, actually Shakti, giving you power. Она дает силу. Without Ladini Shakti, you cannot stay in bhajan, Ladini even fraction of second. Вы не можете находиться даже секунду на пути бхаджана. Ладини Шакти навсегда нас питает. All the time. Yes, like mother. Она подобна матери. Kissing the child, baby. This way, without Ladini Shakti, образом, без Ладини Шакти, вы не можете совершать бхаджан at all. Вообще. And that Ladini Shakti, и вот та Ладини Шакти, in there originally, там there, изначально, where? In Vrindavan. Во Вриндаване. And that reflected form coming here, that is called the enjoying mood between men and women, this kind of love, any kind of love here, that is Ladini Shakti, that poverty reflection. И в этом мире отражена, то есть какая-то любовь, so, или какие-то другие чувства, you know, это всего лишь отражение той Хладини Шакти духовного мира. Children, nobody can go anywhere or bindings, like some chain is there. If you pull, come. Unknown, you cannot understand. You cannot see what kind of bondage is there, but still bondage is there. As they are regulating this material love, material sangsha, family life, social life, all controlled by this unknown bondage. So we are not getting lost. Like in universe, you see, galaxy space, those stars and, you know, moving. How? Невидимые оковы привязанности, so they are not breaking their rule.
одной подобной гравитации, как, например, в космосе планеты, они и висят в подвешенном состоянии или вращаются друг вокруг друга. То есть ничего никуда не распадается, не улетает. И даже эта Земля в форме Шешанаги, то есть Баларам, он в форме Шешанаги, он все это поддерживает. Такая невидимая связующая сила физики говорит, что это, как сказать, центрифуговая сила, центробежная сила. И вот Баларам в этом материальном мире, он не прямо косвенно как-то действует. И это знание Самвит-сакти, мы получаем все материальные образования, науку и прочее. Самвит-сакти, это все исходит. All knowledge coming from there. Pervert reflection of that. But the transcendental knowledge is not material. That is different. Ну, трансцендентное знание, оно не материальное, это, you know, оно отлично. И сандини шакти, значит, все эти материальные миры и прочее. То есть это, ну, прям или косвенно как-то связано, я в дальнейшем объясню. И вот по милости Баларама все это как-то поддерживается. Now Баладанди Махарадж, и вот Баларам Махарадж, but still first Чатурбуха, four corner there. Санкаршан. И вот там есть четыре четырнюхи: Санкаршан, Прадюмна, Анируддха и Васудев. Санкаршан, Васудев, Анируддха, Прадюмна, Анируддха, four. And that Санкаршан. И вот в четырех этих проявлениях есть Санкаршан. Outside Dwarka, there is Chaturbhuja. I told you. Now, that Sankarshan is Mahasankarshan. Inside the Sankarshan, who is playing with Krishna, is Mool Sankarshan. Который участвует в лиле Кришны, он Мул Сан-Каршан, изначальный Сан-Каршан. From that Chaturbhuja Glok, I mean, in outside Dwarka, another Chaturbhuja coming. И вот из той четвервихи, следующая четвервиха исходит, где на Вайкунтха Даме. И в Вайкунтхе тоже есть Санкаршан, Васудев, Прадюмна и Анирудха. Вот оттуда потом уже Санкаршан исходит как Карана Васаи Махавишну. Смотрите, в творении, в этом материальном творении, Баладев Нитьянанда, он также помогает Кришне. Нитьянанда, значит, Баларам. Баларам Нитьянанда, он также помогает Кришне. Сколько уже сказали, в тот раз Карана Васаи Махавишну, он in the womb of Maya. Ну, оплодотворяет Майю, чрево Майи, своим взглядом. И предыдущее творение, все дживы, те, кто не освобождены, у них есть предыдущие самскары, они ждут следующего творения. So that all jivas, countless jivas, they are resting there. Through this, you know, glands, дживы, бесконечное число джив, он помещает этих всех джив в чрево Майи, не прямо, а как-то косвенно. Махавишну не имеет никакой прямой связи с Майей, но Нитьянанда и Адвайта Госай, они не отличны. Махавишну джагаткарта майая я сриджати адаха таса удара ио аям. Адвайта Ачарья Спараха. Адвайта Ачарья, он относится к Вишну Таттве, но в то же самое время Садашива. Now Sankarsano Karanapusai Garbhada Chai Sai Chapayad Disai
Сесан сулясан сукала, санитянан акюрамам саранам мапа. In Chaitanya Charitamrita? В Chaitanya Charitamrita это шлока есть, прана мантра ему. Sankurusano karanagusai, garbudachaya sai, chapayadisai, sesan suyasan sukala, sanityanan yakyam, рамам. I paid endeavor to that. Что я вношу свои поклоны тому Нитинанде Балараму, который служит Кришне в форме Санхарсана, Кранарна, Ваша и Махавишна, и его почек в ипостасях. И вот кратко обсуждаю о теории о Таттве. И вот Гауранга Махапрабху, Сварупа Бхагаван, И вот тот Гауранга Махапрабху всегда прославляет Баларама таким широким образом всегда. Даже Гурупуджи мы Гауди, они, то есть Гурупуджа, они уже в шастрах описываются, но Гауранга Махапрабху он показал систему Гурупуджи. И вот Нитянанда Баларам, они явились в Экачакре, вы знаете, можно не говорить. Нитянанда Прабху явился в Экачакре, мать ему Падман Мати, отец Харай Пандит. С самого детства он играл очень high class, even always playing with Krishna, and always Krishna Lila, they are doing with all friends. And those who are staying there, they cannot understand the mood of Nityananda. Always playing. And this way, actually, actually doing Lila there, nobody can understand. И вот, в общем, он совершал свою лилу там, и никто не мог понять, кто такой Нитянанда, каково же его умонастроение, поскольку он себя не проявлял. И вот тут пришел некий саньяси откуда-то. Это не в Чайтанья Чайтамрите, а в другом месте описывается, что какой-то саньяси пришел в дом Харай Пандита, жил там день или два, и перед тем, как уходить, он попросил подаяние. Харай Пандит сказал, что ты можешь просить все, что угодно, мы домохозяева и вынуждены дать тебе все, что ты хочешь. И он сказал, что если что-то хочешь, проси, я дам. Если есть. И вот он сказал, что я хочу взять твоего Нитянанду. Что? Нитянанду? Нитянанда. On hearing this, он услышал, когда это он упал в обморок. He cannot, bear it. Он не мог потерпеть эту разлуку. И после того, как он вернулся к чувствам, он плакал и плакал. Не мог понять, что за пожертвование просит саньяси. Но он уже обещал, что делать, как Бали Махарадж. Он обещал все, что он хочешь, но Шукрачарья его гуру. Предостерег, что это Ваман, он очень, он сам Вишну очень умен, поэтому ничего не давай. Но Бали Махарадж сказал, что, а тем более, если он Вишну, 100% я дам ему то, что он хочет. То есть до этого я не знал, что это Вишну, я сомневался еще, а когда вот узнал, что Вишну, я уже ни в чем не передумаю. Because by the, it is the guru сказал, что не давать ничего, поскольку это Вишну все у тебя заберет, но все-таки отдал. И вот что делать, и в общем Нитянанду собрал тот саньяси, они ходили по разным святым местам. Гуранга Махапрабху нигде не ходил, но Нитянанда подобно Баларама. From Namisharana, there, Romaharshantu, and you see, and there, or different kind of Leela. After that, Balaram going for different. Oh, when not? Everywhere Balaram going. Even in Yasadeva, there. Yasadeva вышел из пещеры и поклонился. Look, it is written there.
prostrate dandavat. He is embracing each other. This way, обняли друг друга. Balaram actually, и таким образом Баларам, going everywhere. Он везде ходил. Баларам going everywhere. Nitananda also going everywhere. So, while traveling, и вот во время путешествия он встретился с Мадхавендра Пурипадом. Как-то Кришна все организовал, он был очень счастлив. That time they embrace each other, crying and exchanging view. Prema, this kind of prema is rare, most rare. Это чувство, которое они испытывали, она, это, kind of это чувство очень редко. Это чувство прямо в сердце Мадхавендра Пури, оно очень редко. И все случаи надо было такое же чувство. И вот, и когда он встретился Ишвар Пурипад и все другие ученики, Брахмананда Пури. И вот Брахмананда Пури и другие, они видели Нитьянанда Прабху. This way Nitananda was traveling everywhere. И таким образом Нитьянанда везде путешествовал. И one big hill, Sri Saila. Пошли на Шришайлу какую-то, там Шанкара Бхагаван и Парвати в форме брахмана и брамини жили там. В форме мужа и жены, брахмана и брамини, его жены. Они увидели Нитьянанду, они схватили его, накормили, что-то обсудили. То есть они были очень довольны, что Нитьянанда Прабху пришел. But actually, Nityananda Prabhu took diksha from Madhavendra Prabhu. На самом деле принял дикшу от Мадхавендра Пурипада. Мадхавендра Пурипад. And I already told you, Advaita Gosai also тоже получил дикшу от Мадхавендра Пурипада. This way, after traveling here and there, они стали тут путешествовали, отправились во Вриндаван. After completing all Tirtha, Naimish, Chetra, everywhere, then again he went to Vrindavan. Again, entering Vrindavan, because that is his own place. He can remember Govardhan, Jamuna, oh, so it's so love. He is moving around without prasada. Прочее, ходил вокруг этих святых мест, ничего не ел, если только какой-то гоп, какой-то пастушок приходил, давал молоко, он пил, а если нет, то нет. И вот Нитьянанда Прабху принял решение, что я не пойду в Навадвипу, тогда, когда мой Господь явится, то есть я тогда пойду и буду помогать в его лиле, но не сейчас. И вот Нитьянанда, он ждал во Вриндаване до тех пор. All day and night, playing with all gopas, gopvinda, coward boys, they are playing all day and night, traveling in 12 different forests, with very loving mood. Avadhut. Nitananda is Avadhut. Вот Нитьянанда это Avadhut. Avadhut is, you know, if you try to understand one Avadhut, you can be misguided. Это очень тяжело понять. Avadhut is activity nobody can know. It's out of imagination. Действие Avadhuta, его действие не за пределами нашего воображения. Очень тяжело понять, что к чему он делает. Кришна Бхагаван, that's why I told many things about Кришна Бхагаван много говорил о Avadhutах. So actually, вот, Nitananda Prabhu waiting up to there. Ждал до Here, того момента, Tukbar, где Гуранга Махапрабху явился, gradually growing up, постепенно вырос и later. Начал являться Then, Лилой. И тогда Нитьянанда Прабху, он пришел. Кришна Бхагаван сказал Удаве, «Гьяноништо вироктова мадбхактова анапекшакаха Са лингаанам астрамам стакта чарит авиди гочара. They are beyond any rules. Кришна Бхагаван giving advice to Удава. Гьяноништо вироктова мадбхактова анапекшакаха Са лингаанам астрамам стакта чарит авиди гочара. Чарит авиди гочара. They are beyond any rules. То, что они за пределами всех правил. То есть настроение Нитьянанды невозможно понять.
И поэтому многие спорят, даже какие-то ачарьи здесь, в Майпуре, они не понимают то, что Нитьянанда, например, женился, что Нитьянанда не может жениться. Почему так? То есть некоторые не понимают его слов. Я вот написал одну книгу, которая описывает все доказательства противоположные. Про меня опять написали, какую-то гадость. Я опять написал такой ответ на все их возражения. А потом они опять что-то написали недостойное. Потом я опять ответил. И после этого они уже не стали со мной спорить. То есть они хотели. They want to play their head. Whereas it is beyond comprehension. Думать о том, что за пределами понимания находится. Как можно понять то, что за пределами понимания? Can understand Birakta Bhagavad, they cannot understand this. Nityananda's marriage, how possible? Что, как женился Нитьянанда? Они спрашивают, как это возможно? Они хотят убрать этот пункт из истории. Но я сказал, нет. И вот такая проблема. Нитьянанда Чаритра, его деяния очень... Не все могут понять. И Нитьянанда Прабху, и Гауранга Прабху, он явился в Гаурадхаме. И вот Нитьянанда приходит сюда, пошел в место Нанданачари. Это Нанданачари Бхаван, место называется. Читание Бхагавата, читать Чайтанья Бхагавату, чтобы обрести бхакти. То есть наставление Шрилы Бхактивинода Тхакура о том, что мы должны читать Чайтанья Бхагавату каждый день. И вот там Ачарья Бхаван, он отдыхал в том месте, и Гауранга Махапрабху пока совершал свою лилу в другом месте. И я книгу написал, Нимай называется, то есть там описывается все... Ну, все лилы, которые являл Нимай. Вот эта книга Нимай, она быстро купилась. Не успел напечатать, уже все закончились. They are all moving along, searching all room here and there.
But they are not searching inside Antardeep. Но внутри Антардипа они не искали. They are not searching. Не искали, что вокруг. Но Махапрабху сказал, что где-то тут, но не пошли искать где-то там подальше. They are searching after they come. Все на Антардипу облазили. Some говорят, о, Прабху, ты сказал, что великая личность пришла, но мы не, не видим, не нашли ничего. И Махапрабху сказал, пойдемте, я покажу. И вот они пришли, и Махапрабху пошел. В дом Нандачари Бхавана и сказал, что смотрите, вот, это Нитянанда Прабху, он. Но они встретились. Intoxication. Ah, you see this margin. Then Nityananda Babu can see my Prabhu coming down. What kind of feeling then? Какое чувство было в его сердце? Нитянанда Прабху обнял его, и Кванга тоже обнял его. This way, и таким образом, Нитянанда Прабху, вот он первый раз встретился с Гурангой Махапрабху, в смысле внешне встретился. Вот в том месте. Сейчас Гуранга Махапрабху объясняет, кто он. Нитянанда, кто есть Нитянанда, объясняет. Many times in Chaitanya Bhagavan, Chaitanya Charitamrita, you can see, actually Nityananda can give bhakti. Вот и говорится, что много раз читание Чайтанья, читание Бхагавата, что Нитянанда может давать нам бхакти. Я полностью продал себя Нитянанде, он Махаджан, великая душа. И Шрила Бхактивинода Тхакур в своих киртанах тоже описывает. Вот этот киртан, например. Village киртан. Very nice, nice киртан, Бхактивинода Тхакур Найк. Сурабхи Кинджи, Намирхате, Намирхат. Very nice, nice киртан. You must do this киртан, you can get... What is the ultimate goal here? To get bhakti. So why don't you go through kirtan? Высочайшая цель – это обрести бхакти. I don't want to become a big pandit. Совершать киртан. I want to get bhakti. Я не хочу стать пандитом, каким-то ученым. Я хочу обрести бхакти, преданность. Я молюсь Лотосным Стопам Гуранги, чтобы он даровал мне. Не хочу быть гуру каким-то там известным святым. Мне это не нужно. И вот там Нитянанда Прабху, оттуда мы вот с того. Место мы узнаем, кто есть Нитянанда. Нитянанда Таттва, она очень сокровенна. Если кто-то может по своей великой удаче осознать ее, тогда он, несомненно, обретет чистую преданность. И Нитянанда Прабху, он находится с Гурангой все время, никто не мог понять, Sometimes without clothes, going into the house of Gauranga Mahaprabhu, Sochima, mother, you know, she universal mother, Gauranga Mahaprabhu, Sochima, mother, you know, universal mother, такая, вселенская мать, можно сказать. Nitananda going to catch the lotus feet of Sochima. Sochima running. And Vishnu is going inside. Vishnu inside. This way, Gauranga Mahaprabhu, hey, why you are without clothes? Why? Кришна Прия быстро забежала в дом, а Гуранга Махапрабху увидела, что он без одежды, и начала ругаться, что смотри. Бери одежду и не ходи без одежды. You are Chanchan, I'm Chanchan. А потом они начали спорить. How you know I'm Chanchan? Then Gauranga Mahaprabhu Nitananda going to take bath in Ganga. There also Nitananda floating in Ganga. Hey, Sipat, come here. Our bath is over. He is not here. I mean, crocodile came to catch, still don't, never fear, going to catch crocodile. This way, every examine, this way is very beautiful. Nitananda Babu. After that, Gauranga Babu now want to express this point. Vyasa Puja, we must... И вот они являли лилу, как омовение в Ганге, и потом в Ясапуджи. Hey, Baman! Baman, Baman! Махапрабху решил явить. Today, there you must, we must do the arrangement of Vyasa Puja here in your house. You have all arrangement? Yes, everything is there. The how to do? I can speak. Нитянанда, you sit here. Nitananda, sit here.
начали совершать и позвали Нитянанду, чтобы Нитянанда сел на трон. Все преданные начали петь, танцевать. Нитянанда это... Они хотели совершить поклонение Нитянанде, он же мул вьяса. И вот когда они хотели одеть гирлянду, то есть он сопротивлялся и отдал эту гирлянду Гуранге. И таким образом Гуранга Махапрабху дал идею о том, как получить полную милость Кришны через Нитянанду. И много раз Гуранга Махапрабху говорил, если у вас есть какая-то связь, даже мельчайшая связь с Нитянандой, если она у вас есть, то есть я не могу забыть про вас. Я вынужден благословить вас. И вот так он очень, ну, сильными словами говорит, очень так. С решимостью. И вот Нитянанда Баларам и Гуранга Махапрабху Кришна. They are going here and they are doing nam kirtan and everything. Order to Haridasa Nitananda this way. And someday Nitananda Babu or Gauranga Mahaprabhu going to some place where he meet one sannyasi who is keeping woman. You know? Когда-то пошли к какому-то саньяси, жил женщина. Этот саньяси позвал их, что вы можете поесть в моем доме, мы можем вас накормить. И вот Нитянанда Баларам, они пошли туда. Ну, почему это не вообще? А лишь в том, что этот саньяси спросил, что можно принести какой-то ананда вам, но он этим словом назвал вино. Ananda in Bengali and Sanskrit is sometimes we say Madhira, Madhira means Ananda. Ananda in Bengali is spirit. Ananda, Ananda is называется. И вот мы не поняли, что он хочет принести. After this, he is taking wine in front of them and see woman there. Gauranga Babu, well, now we are going. Then without prasad, jump into Ganga and go. И вот когда он принес вина, то Махапрабху Нитянанда, они просто взяли в Гангу и уплыли. If there is aparad, Vaishnava aparad, Dhamma aparad, Nama aparad, then go. Если описывается, что Гуру Нитянанда не столько милостивы, что благословили, но своем даршан даже этого падшего саньяси. Таким образом, Нитянанда и Гуранга Махапрабху, они являлись своей лилой, вот, и в дальнейшем они спасли Кази. Кази, Кази это такое, где самати, чент Кази, самати. Когда Гуранга Махапрабху шел, хотел спасти Кази, Нитянанда Прабху, он совершал киртан с факелом, и тысячи преданных тоже шли и помогали ему. Следующая нам прачара, то есть проповедь Нитянанды, она очень отличается от проповеди Гуранги. То есть проповедь Гуранги Махапрабху очень строгая. But Nitananda, Gauranga Mahaprabhu not coming in contact with any woman. The name of woman, Gauranga Mahaprabhu not hearing in this lila. Is it written? Не, не but it is quite impossible. Because those who are Mataji, they are helping sannyasis, giving bhikshu. This даже им женщину не приносил. Но Nityananda Prabhu, он проповедовал другим образом. Так, чтобы все Матаджи и Питаджи, не все получили милость Nityananda. И он ходил от двери к двери. Even Jagai Madai was delivered by the mercy of Nitananda. Who is going to deliver him? Джагай Матхай, кто будет спасти Джагай Матхай, они столько грехов совершили. There is no space in paper to write. Даже на бумаге нет места, чтобы это все перечислить. But still, но Nitananda Prabhu, when he break the head of Nitananda, blood coming out. But you can see transcendental body, where from you get blood?
И вот когда они разбили голову Нитянанде, но transcendental body. Это трансцендентное тело. He is just like, you know, human lila is doing, na? Нитянанде. That's why you can see blood. That bear is not material blood. Но кровь берется. Actually, the body of Nityananda, Gauranga, Krishna, Radharani, not. И вот когда они разбили ему голову, то есть, смотрите. To express the human mood, they are swinging. In Gambhira also, I told you. Ну, when Gauranga чтобы... was not finding any place to get out of room, then gets bounced with wow, then blood coming out. That doesn't mean his body is material body. Ну, то есть, то, что если у тела из крови исходит, это не значит, что это его тело материальное. Только для того. This lila is very high class lila, you see. Now, Nityananda Babu want to deliver. Ну, в общем, под влиянием Махамаи это все произошло. But when Gauranga Mahaprabhu here, they are breaking the head of Nityananda. И вот когда Gauranga Mahaprabhu узнал, что они поранили Нитянанду, он очень разгневался, послал Сударшан. Nityananda say, Sudarshan Kami. In a hand. Nityananda catching the hand. Prabhu? И вот Нитянанда, когда увидел это, он сказал, что он Прабу, в этом аватаре, в этом снисхождении ты дал обет, что не будешь пользоваться никаким оружием, что ты будешь спасать существ через прямо через любовь. Но он сказал, нет, я не могу простить, но Нитянанда сказал, нет, ты обязан, должен простить. И тогда он благословил их, что... Хорошо, просите прощения Джагай Маткай. We have done wrong. Then Gauranga Mahaprabhu giving full kripa. If you are not going to do any sinful activity anymore, then today I am taking off. Если вы не будете совершать никаких грехов от сегодняшнего дня и дальше, то есть тогда я спасу вас от ваших прежних грехов. Что имеется в виду под дикшей? Дикша значит, это божественное знание. Kuryat papasya sanchayam. Bath after bath you have done countless sinful activities. За рождение мы совершали какие-то греховные поступки. А Садгуру, когда мы приходим к Садгуру, получаем харинам дикшу, то есть эти все дурные. Like a straw go down, но дурные последствия дурных поступков, они сгорают. Садгуру имеет, силу и способность разрушить все наши греховные действия и последствия их. Иначе мы вынуждены получить результат. Китам кармам субхасубам. All jiva must get result according to their past deeds. То есть все живые души, они обязаны получить расплату за свои прошлые поступки. Now Jagai Madai become so pure that Jagai Madai can deliver everybody. Here one secret tattva is there. I must. Есть такое секретное тattva, далеко не каждый может понять. Jagai Madai. Что Jagai Madai? Когда Гауранга Махапрабху благословил их, они все равно плакали, поскольку Гауранга Махапрабху спас их. И вот Джагай Мадхай начал просить, что вы должны... То есть, если Гуру Вайшнава доволен нами, они дают нам служение. И вот Джагай Мадхай попросили служение, и с тех пор... Jagai Madai ghat. They are cleaning ghat. Они день и ночь очищают этот ghat, это место омовения. This is dham seva. Это дхамма сева, будьте очень внимательны. Я сказал уже, что то, что Кришна Бхагаван не может потерпеть, дхамма может быть потерпеть. Дхамма – это Баларам Таттва. Если служите дхамме так или иначе, очищаете ее, садите какие-то деревья, или цветы, или еще что-то, но это служение, большое служение дхамме. Джагай Мадхай, они обрели дхамм-севу.
From then onward, и вот whole life they are doing this seva. С этого момента и всю свою жизнь so они совершали это служение. И даже я лично с утра, когда я памятую Джага Мадхай, я никогда не забываю это мое правило. Я помню всех вайшнав. So from then, Jagai Madhai getting this seva, and with this seva, they have the chance to beg for pardon to those Vaishnava. They already have done some problem with them. So those Vaishnava coming to take bath in Ganga, Ghat. So they are with Trina, Ghat, straw in their praying. We have done so many mistake in previously, so now you will have to excuse for that. They have the chance, because they are not very, very bad activities they are doing whole life. И вот они пришли с травинкой, зажатой в зубах, к вайшнавам, которые приняли, пришли принимать омовение там. В то время должно правило такое было, что все вайшнавы, они входили на Гангу и принимали там омовение. И вот они, Джагай Мадхай, у них просили прощения за все, и со временем они очистились. И смотрите, каково же настроение Нитянанды Прабху. Без Нитянанды Джагай Мадхай у них не было никакой возможности получить милость Гуранги. Поэтому Кришнадас Кавирадж Госвами пишет с очень смиренным настроением, что Мон нам джей шуне тар пап хой. Эмон нигхин номоре кеба кипа коре эк Нитянанда Вену Джагат Мадхари. You must remember this point. Вы помните, I am so fallen, so fallen, without Нитянанда, who is going to... Что, who is going, я настолько падший, что кто, кроме Нитянанды Прабху, он so благословит меня. Кто спасет меня? Warm. I am even fallen then. Что вот он сравнивает себя с, даже с, ниже, чем червь в испражнении. То есть обычные материалисты, они не уважают это сравнение. Кришнадас Кавирадж Госвами. Кришнадас Кавирадж Госвами находится на очень высоком уровне. И те, кто получили милость Господа, их смирение, но... присутствует настоящее смирение, а обычные материальные люди с ложным эго, они не могут понять, что он говорит о себе в таком ключе. То есть он говорит о себе, что он хуже, чем испражнение, чем в испражнениях. Что толку читать его книги, если он говорит о себе так? То есть, и поэтому смысла нам читать его не нужно. А Шрила Прабхупада говорит, что вы просто глупцы. Хотя Кришнадас Кавирадж Госвами говорит о себе, о своем смирении в таком виде. Его смирение, но не материальное, оно божественное. Его положение очень высокое. Это Кастури Манджари. Externally, you can fight. Why можно... you did not hear him? Because he identifies himself so fallen. So, видишь, что no, he's говорит not себе, он очень как он очень падший в душе, so но он очень высок, очень велик. We cannot go in front of Jagannath temple. Как у Бхагаваната, они не touch panda, so we can. Они своего смирения, они не идут, но не подходят близко к храму Джаганнатха. Рупсанатан. High-class super brahman. Они считают, что если брахманы прикоснутся к ним, то они осквернятся. А на самом деле они происходят из высочайшей брахманской касты. Но из-за своего смирения они не заходят в храм Джаганатха. То есть они считают, что мы общались с всякими мусульманами, и поэтому пали и осквернились. The more you go up, the more you can grow. Чем выше вы возвышаетесь, тем больше смирение у вас является в сердце. Дайна. Гауранга Мапу like to see this. Гаурангер бхактоганер вайрагья падхан
Jahadeki Prasanyahan Gaur Bhagavan. Those are the associates of Gauranga Mahaprabhu. They are always with humble attitude. And Vairagya, detachment is natural Vairagya. Вайраги их отвлечение не привязывается, а естественно. И когда Махапрабху увидит такую, но естественно, вайраги он очень доволен. И вот таким образом, смотрите, Кришнадас Кавашка с вами, он говорит о том, что когда я был в моей предыдущем ашраме, they are all eternal Parsara Varadharani and Puranga. Вечные спутники Гуранги и Махапрабху. When I was in Pribhyas Ashram, there actually, one day we arranged one big function, Sankirtan. Big Sankirtan, we invite Vaishnava. So we also invite that Nityatan Ramdas, the personal associate of Nityananda. Позвали какого-то личного спутника Нитянанды. И кто? Он такой же, как Нитянанда. Рамдас как-то его звали, как-то так. Sitting in Baranda, and anybody playing Dandavat, he is beating with flute. Sometime, you know, this way expressing love, prema. But that Gunarna Misra, one Brahman, he is worshipping deities, he is not paying any dandavat, anything to Minkadam Randas. No, to then Minkadam Randas became angry. He is that Gomaharsan Sutta. Ramdas he is not paying dandavat to Balaram. That's why Balaram delivered it. Minkadam Randas expressing with loving mood. Expressing angry at him. Один браман не поклонился ему и он начал шутить, но не шутить, как сказать. He is not Balaram. Why he should speak that way? Why he is speaking? Он начал сказать, возмущаться, что шутя, возмущаться, что почему тут браман он ему не поклонился. Here one is secret tattva. Balaram is coming, Nityananda coming with him, he is sitting inside Minkadanandas. Minkadanandas is sitting inside the heart of Nityananda all the time. И вот этот Рамдас, no breakage. Continuously. That's why Minkadanandas is speaking that way. In Veda and Upanishad, sometimes you can find such, you know, stotra, where you can find Indra Bhagavan, Indra speaking. Hey, you worship me, you do it. This way. I am all in all. Then those who are making commentary, they speaking. Indra, when passing this kind of rima, that time he feeling he is almost non-different from the lotus feet of Krishna. This way, he is passing this kind of mood. Veda, some tikka is there, commentary. When Indra speaking that way, Indra knowing very well, I am demigod, I am not supreme lord. Sometimes speaking this way. Then those who are making commentary, they are speaking, Indra when passing this kind of remark, that time he is feeling that I am non-different from the lotus feet of Vishnu. Then and only then he can pass this kind of remark. Minkadananda is also feeling I am no different from Nityananda. I have no existence. Inside me, Nityananda always sitting. This way Nityananda speaking. Minkadananda speaking that way. Now, when Minkadananda's just function is over, now I'm going away, then with the brother, younger brother of Кришнадас Кавираджа Свами, праздник закончился, some altercation took place. Старший братом Кавираджа Госвами о славе Нитянанды и Гауранги, они начали спорить. Then Минкадананда became very angry and break the fruits here. Fruit. Break. The angry attitude going away. Then Kishnadas Kavidas Gauranga being very frightened, he coming in front of brother, what you have done? You have done big apparatus. You are going to lose everything today. What you have done?
Then Krishnadas Kaviraj Goswami took decision to leave this place. Jamatpur Gram, near Naihati. Leave that place and going away from Rome. I mean home. Then, that night, when why took decision to go away? That night, because he protested against brother. I have no relation with you. Nityananda and Gauranga all same. You believe Gauranga, don't believe Nityananda. You are actually a foolish person. You are losing everything. You are committing big avara. I am not going to stay with you. That night Nityananda came in dream. With blue color dress. Big blessing. To Krishnadas Kaviraj. Putting his lotus feet onto the head of Krishnadas, Krishnadas, don't fear. Get up and go to Vrindavan. You can get everything there by my blessing. Jaho Jaho Krishnadas, Jaho Vrindavan. There you can get everything what you want. И вот когда брат спорил с этим Рамдасом, то, что об отличии Нитянанды и Гуранги, ну, конечно, да, сказал, ну, и потом Рамдас раздевался, сломал фрит и ушел. И Кришнадас, он в этот же день, он отрекся от своего брата и ушел с того места, ну, куда-то в другое место. И там ему явился Нитянанда и благословил его, чтобы он отправился во Вриндаван. И вот он написал эти строки, что по милости Нитянанды право можно обрести Радхе Кришну. И вот таким образом он, по милости Нитянанды и Госвами, он получил общение с Рупой Рагунатха Госвами, Матан Махана, он обрел и прочее. То есть он говорит себе, что очень доволен, что тем благословением Нитянанды Прабху. И вот это, ну, это even говорит о том, что Нитянанда и Гуранга не отличны друг от друга. Гуранга, Нитянанда, some devotee paying dandabha that will lotus feet of Гоу. Кланяются Гуранге. И Гуранга спрашивает, а зачем мне кланяться сначала? You have to pay dandabha сначала Нитянанде должны кланяться. First you need to pay dandabha to Nitянанда, then to Нитянанде, потом мне. Почему мне кланяетесь? This way, in each and every step, Gauranga Mahaprabhu expressing the glories of Nityananda. All devotees who are doing bhajan, if they are getting full kripa of Nityananda Prabhu, each and every полную милость Нитянанды Прабху. Вы должны помнить о нем и молиться о милости. Никогда не забывайте. Тогда вы поймете. Мой Гуру Махарадж дал мне наставление в Вриндаване. Это было давно достаточно. Nobody is there. My son, you must worship Balaram. Он сказал, что у мой сын никого нет. Уже поклоняться Баларам. Я сказал, как поклоняться ему. Я мантру Баларама не знаю. Я дам тебе мантру, не проблема. Но по телефону он дал мне мантру, что должен поклоняться и этой мантрой. И когда я начал поклоняться Баларам во Вриндаване, Баларам посмотрел на меня. Just a human being. Что я? I thought that this is not Vigraha. Что я думал, что это? That is small boy. I was treating that way. This way I started receiving Balaram. And then I начал поклоняться Балараму и получил мантру его поклонения и его благословения. И вот так и слушайте о Нитянанде, поскольку тогда читание Бхагавати, читание Чайтамрити, вы можете понять, прочесть о славе Нитянанды Прабху, но в читании Бхагавати больше описывается. И Кришнадас Кавираж Госвами, он пишет о Нитянанде Прабху так много здесь. Например, это слово. Что значит Вриндаван Дас Такур? Он последний ученик Нитянанды, он пишет. Будитаран дайо мои лагет.
The total responsibility lying with me to deliver you. Ответственность на. But you will have to speak Gaur. Amare мне, чтобы спасти вас, но вы должны повторять имя Гуранги. Call Gaur, 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 Gaur. Then all responsibility mine. I can deliver you. Promise you. This is the condition of Nithyananda Prabhu. And in Purushottam Dham, there are so many lila. When Gauranga Mahaprabhu going to, after taking sannyas, going to Purushottam Dham, then Nithyananda Prabhu played a big role there, you see. Then going with a big love fulfilling. Then going, Nithyananda, Gaur, Sivananda, everybody. Then in the middle way, Gauranga Mahaprabhu saying, you catch my danda. И вот по пути они шли, Гуранга попросил поддержать данду. And after that coming there, where is Danda? No way at Danda. Danda? What do you mean? Где данда? Какая данда? Give my Danda. Отдай данду. Данда is not there. Нет, данда broken. Данда broken? Сломалась. How? Сломалась. In three pieces. Ну, на три части. Данда break данда and throw into. Ну, он сломал три части и выкинул в реку, в Чандрабагу. Гуранга Махапрабху, ну, this danda is only yours to me. I have no property. Only danda. You are breaking the danda. I need not keep any relation with. I am going to Jagannath Puri myself. I cannot go with you. Вот он, Нитьянанда сломал эту данду. I cannot go with you. И сказал, что я больше не могу идти с тобой. We are going back. В Пури, поэтому уходи от тебя. Но Нитьянанда сломал, хорошо, ты иди, мы за тобой пойдем. А зачем Нитьянанда сломал эту данду? Это очень секретная тарта. Нитьянанда Прабху думал, что мой Господь Гауранга, сам изначально верховный Господь. Зачем? Нитьянанда talking with Danda. Hey, Danda. My Prabhu going to catch you? You foolish? I can break you. Говорил с Дандой, что мой Господь носит тебя. Зачем? И вот он, то есть с какой стати он должен тебя носить и решил сломать эту Данду. То есть какая-то Данда олицетворяет собой всех полубогов. I can go it. I cannot go it. I can go alone. Okay, Prabhu, you go alone. Ну, в общем, он его сломал, и один отправился. А Тата, то почему данду сломали? Как значение, почему на три части именно? Поскольку те, кто принимает саньясы, данду, они должны контролировать речь и чувства. Himself, и сам Гуранга Махапрабху, сам Верховный Господь, зачем ему носить данду? Данда, very careful, you are audacity, I cannot bear, so I can break you and throw into him. This way, Danda Bhanga Lila. After that, Nithyananda Prabhu and all devotees going back, following Gauranga Mahaprabhu, going, and Hare Krishna, 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 Hare Hare, Rani. Святые имена. Rani, Gauranga Mahaprabhu, big leg. Going. Then after that, going in front of Jagannath temple, I mean, there one place Chapuri, is there, Atharanala, Atharanala, crossing Gundicha Mandir. No. From there, Gauranga Mahaprabhu see the Chudasa Chakra, за Гундичем, где Махапрабху первый раз увидел Судасу Чакру, и вознес свою молитву. Then after that, Gauranga Mahaprabhu coming with very big love, loveful. Махапрабху зашел в храм Джаганатха, увидел Джаганатха и Нанда-нанда Шри Кришна обнимает Радхарани и играет на флейте. Гуранга Махапрабху не мог уже это потерпеть, но он хотел обнять его, он побежал. И, ну, all panda упал без чувств. Но панды начали бить его, что что тут лежишь? Ну, а сам Брахмачари увидел, что творится, see, сказал, крикнул они, что стоит. Still, и сам Брахмачари, Майавади, но он увидел, see, внимательно посмотрел на Гуранга Махапрабху и подумал, all кто же он. Он плачет от божественной любви, и он сказал, что подождите. Поскольку Гуранга Махапрабху, он побежал, чтобы обнять
Кришну и упал по дороге, и вот Рамабхадрачарья проверил его эти симптомы, его ученики, которые изучали Веданту, и вот они взяли его, и он принес его в свой дом. После этого все преданные с Нитянандой не пришли, и узнали, что какой-то саньяси пришел сюда, золотого цвета, у него был золотого цвета, его кожа была золотого цвета, он хотел обнять Джаганатха, но упал по дороге и потерял чувство, упал без чувств. И вот, смотрите, они потом, не получив даршан Джаганатха, они, смотрите, какое чувство любви у них, даже Рамананда. Когда он пришел, finally came to Puri to stay with Gauranga Mahaprabhu. Чтобы остаться с Гуранга Махапрабху, он пришел. You went to Jagannath? Ну, спросил, был Джагнатха, принесли ему поклон. Но он сказал, что нет, я к тебе сразу пришел. Ну, и Махапрабху сказал, что нет, это оскорбление, иди к Джагнатху, поклонись, и потом вернись ко мне. You are guiding, so I come here. I don't know the meaning. I don't calculate this way. So first you giving me inspiration to come here, so I come here. Ну, он сказал, что я пришел сюда ради тебя, и поэтому ты для меня Джаганат, поэтому я сразу пришел к тебе, а не к Джаганатху. Вот преданные узнали, что в доме Сарвабхатачари пошли и увидели, что да, это наш Господь. Без чувств лежит, и они начали совершать санкиртан. И постепенно Чайтанья Махапрабху пришел в чувство. Спросил, где я нахожусь, я скажу, что в хорошем месте, в доме Сарвабхатачари. Бхатачари. И таким образом Нитьянанда Прабху помогал в Гуралиле везде. Когда Чайтанья Махапрабху принял решение отправиться во Вриндаван, пройти по различным святым, И Нитьянанда сказал, что я знаю все святые места, и пойдем со мной. Точнее, возьми меня с собой. И Гуранга сказал, что так, я тебя не знаю, поэтому лучше пойду без тебя. I know your mood. Махапрабху сказал, что я тебя знаю, но хорошо, поэтому пойду без тебя. My rules and regulations. I cannot go with you. You cannot go with me. Then what to do? You can take anybody you like. Ты можешь кого-то взять с собой? Нет, я один, нет Прабху, ты должен повторять Харинам, кто тебе будет носить одежду, горшок для тебя, ну, для питья воды, как его? Командалу, кто будет? First, Chaitanya Mahaprabhu был один Калакришнадас, и он с ним пошел. И Махапрабху сначала пошел all, в Дакшинбарату. То есть Махапрабху, когда принял саньяс, он отправился, хотел отправиться во Вриндаван, но Нитьянанда его неправильно направил, он пошел, пришел думать о Адвайта Ачарье. А потом он отправился сначала в Южную Индию. First went to South India. There he took Vattuthari. Vattuthari, one place is there in South India, where those sannyasis, they are keeping women with them. Ну, место, где жили саньяси, которые научили женщинами, такие ложные саньяси. И там что случилось? With Gauranga Mahaprabhu, с Гуранга Махапрабху Калакришнадас был там, но они использовали какую-то магию, какими там мантрами его привлекли, этот Калакришнадас, он к ним как-то привлекся. Гуранга Махапрабху пошел в их место, схватил за волосы Калакришнадаса и вытащил его назад, спросил, почему он туда пошел. Сейчас главный вопрос в том, что там есть Кришна, там Майи нету. Вот в этой шлоке говорится. И как это возможно? Где Сам Верховный Господь находится там? Гуранга Махапрабху здесь. Как это возможно, что Калакришнадас почувствовал Майи, он почувствовал притяжение и упал? Почему? Then answer is there. Ответ в том, что Калакришнадас, он следовал Махапрабху внешне.
He is not actually staying with Gauranga. Не находился с Гуранга Махапрабху, находиться рядом с каким-то саду, это значит всегда внутренне находиться в уме. Mentally, if I am staying in Vrindavan mentally, then be sure that I am in Vrindavan. Будьте уверены, что вы во Вриндаване. If I am staying in Vrindavan mentally, then I am in Vrindavan. То есть я во Вриндаване на самом деле. Follow. Понимаете? So Калакришна Дас, externally you can find that he is staying with. Можно найти, что он находится. Чайтанья Махапрабху, but he actually is not staying with Чайтанья. Но не находится с Чайтанья Махапрабху. И вот вопрос в том, как же он then after попал. South India tour is over, what после I mean того, to say, как закончился его южный индийский тур, then came back, вопрос в чем? And Gauranga Mahaprabhu was speaking. Когда Гауранга Махапрабху сказал, смотри, вот твой Калакришна Дас, он оставил мои пошли каким-то этим so now колдунам. I throw him, и вот сейчас я его выкидываю, пускай уходит. И Калакришна Дас начал плакать. You see the mood of Supreme посмотрите Lord, настроение Верховного Господа Махапрабху. Гуранга Махапрабху никогда не может потерпеть. Нискинчанасо Бхагават Бхаджанан Мукасьо Паран Паран Джигамиша Бхавасагарасьо Сандарсанам Вишайнам Ато Джашитананчо Ха Ханто Ха Ханто Виша Бхакханатто Пья Шаду. If you take poison and commit suicide, it's more better. Then you are developing, enjoying mood with woman or man, woman with man. Yashit Sangha. That's why when Chaturidas, Maharidas come in your bra, the opera is not visible. То есть, когда что-то Харидас совершил оскорбление, это оскорбление было невидимо, он его отказался от него. И этот, этот маленький Кришнадас, куда отправился в Аллахабад на слияние Ганги и Сарасвати и оставил тело. Гурангу спрашивает, все молятся. Нитянанда, Сарвамадраджа, все от его имени молились, что, что плохого Чатур Харидас сделал, прости его. Но сказал, что если опять будете от его имени молиться мне, я уйду. Но сказали, что нет, хорошо, мы не будем от его имени молиться. One year gone. И вот через год прошел. One day Chaitanya Mahaprabhu is laughing with Govinda. Where is Chaturidas? Oh, Govinda, где же Чатурхаридас? Who knows everything? Господь все знает. No, after one year, Mahaprabhu is asking, where is Chaturidas? Вдруг спрашивает, куда пропал Чатурхаридас? О, Прабху, что же говорите? Чатурхаридас отправился в Аллахабад. I mean, Тривени Шанга. На эти слияния трех рек, и он там утопился. Оставил свое тело. With resolution to get your seva, ну, с таким решением, чтобы обрести служение твоим лотосным стопам, он оставил свое тело. И Махапрабху засмеялся и сказал, что вот эти слова, что Йоши-санги – это правильное наказание, не наказание, а покаяние. He should get that kind of punishment, Chaitanya Mahaprabhu. So strict. Такое наказание он должен получить настолько строго, все Чайтанья Махапрабху. Nobody can stay with me. И вот он так выгнал Калакришна Даса. Then Nityananda, he is crying in front of Nityananda. Начал. Nityananda was born, is coming Prabhu. И он пришел к Нитянанде и сказал, что вот так и так. So foolish, you see, you must excuse him. No, I don't like to hear anything about him. Well, one man is, you know, we should send one person with prasad and something to Sachima, there in Navadvip. So if you agree, we can send Калакришна Дас. Oh, well, what you like, you can do. No, все, you are Balaram, Nityananda. Nityananda even you что, can, excuse, Дурджадан. Ну, у нас же кто-то, кто so, мог бы к Сачимате, к твоей матери относить прасад отсюда, и поэтому вот он хорошо все будет then этим заниматься. И Махапрабху благословил его на это дело. И вот дали ему служение такое Калакришна Дасу, чтобы он ходил на Вадвип и относил прасад Сачимате. И смотрите, какого же настроения. Нитянанда, когда сам Верховный Господь, он отказывается от кого-то, то есть это Нитянанда, это человека вытаскивает, но и
подносит опять лотосы стопам Нитянанды. Таким образом он спасает его. И вот так этот Калакришнадас, он получил такое служение. А почему? Because he already developed this kind of jasi sangha. But Swachina is not jasi. He is aprakita jasi. Madhavidhi Vidasi, Swachima, Vishnupriya, Janma Devi. Not. Janma Devi meeting so many disciples. Janma Devi. То есть, ну, это вот Swachima, это необычная женщина. Janma Devi и прочие вайшнавы, которые участвовали в Лиле Махапрабху, они необычные женщины. And in Rath Yatra, everywhere walk, when Chaitanya Mahaprabhu feeling, I mean, doing Sankirtan, then this Balaram, Nityananda is always careful. Balaram knowing that any time Chaitanya Mahaprabhu can fall down, with love. Вот во время Sankirtana, перед Ратха Ятрой, Нитянанда Прабху очень внимательно следил за Махапрабху, поскольку Махапрабху, когда танцует, он мог, в своем экстатическом чувстве, он мог упасть в любом месте. И Нитянанда занимался, что он смотрел за ним, чтобы он никуда не упал случайно. So, Ananta there, Nityananda, Balaram, you must make seat for Nityananda, Balaram inside first. The first instruction. Without the asana of Nityananda, you cannot call Gauranga where to sit. Призвать or dirty Nityananda place. Prabhu, stool and urine there inside. Сердце, поскольку это, то место, blood на котором находится. You must clean может, that place. Gundi то место, в которое может привести Господь. You must clean. Then can call Gauranga Prabhu. То есть Нитянанда, он как бы, олицетворяет собой все, что one day, actually, все, что связано с Верховным Господом. То есть, даже, как в примере с Дамой. И, why you come here? Come! То есть, с тем местом, где является there, Господь. Nighttime, и вот однажды на Харапанчаме Гуранга Махапрабху Сибас находиться с Шрибасом, Гададхаром и прочими спутниками, с Варупом Гасаем и прочими, поскольку царь Лакшидеви coming in blank way in night time to beat all the servants of Jagannath, beating. They are begging, but Devi, excuse us, morning time you go, we can take your Prabhu up to temple, we can take. Now you go, excuse me. They're beating. Then there, actually Chaitanya Mahaprabhu wanted to hear Rasa Tattva. That time actually, Chaitanya Mahaprabhu asking, and Sivas Pandit, and Sarup Gosai, giving answer and giving question, putting question. Then Sarup Gosai, Sivas Pandit is asking question, then Gauranga Mahaprabhu speaking, you see, your body, your Narad, you see, Vaikuntha mood. И вдруг внезапно Махапрабху почувствовал вкус, чувство Радхарани, и тогда Нитянанда был там. И тут Нитянанда сразу ушел. Смотрите, вот это, чтобы уничтожить Сиддханту Сахаджи. Это написано, когда Гуранга Махапрабху почувствовал чувство Радхарани, Нитянанда сразу ушел с того места, немедленно. Далеко ушел. Now you understand them. Вы понимаете? So those Sahaja, и вот эти сахаджи, они все смешивают в кучу, это очень плохо, они не понимают. Они совершают оскорбление лотосным стопам Расататху. Шрила Бхактивинода Тхакура, он говорит о Расататху, он олицетворяет его. Он молится о Раса. Шрила Бхактивинода Тхакура, он возносит молитву. Раса, раса, она имеет какую-то форму. И вот Нитянанда Прабху все делает для нас. И сегодня день его явления Нитянанды Прабху. Хотя, согласно положению звезд и
положение. Неясности. Сегодня до 11:30 было Троядаши. И Титхи вчера Двадаши и Троядаши уже не были в один день, согласно ему, согласно. Положение звезд, вчера было Троядаши, мы в этой Троядаши постелись. И сегодня после поклонения Нитянанды мы совершили Паран, такая система. И некоторые преданные могут поститься два дня, вчера и сегодня. Вчера можно было без воды поститься, сейчас с водой или на фруктах. Но так или иначе описывается, что Паран с водой не всегда возможен. То есть это очень такой критический момент. Паран, значит, должны принять зерно. Паран with water, drop of water is very rare. Капля воды – это очень редок. Очень такой, критической ситуации, как Амбариш Махарадж находился, или когда пришел к нему Дурваса Муни, то есть вариантов особо не было. И поэтому Амбариш Махарадж, он даже не каплю воды выпила на этой, на травинке, сколько было. Особый случай. Но в других остальных случаях в Харибхактивиласе говорится, что надо зерном прерывать пост. Но так или иначе, вы должны совершать санкиртан. Первое. Вы должны помнить Нитянанды Прабху и Гурангу и санкиртан. Вы обязаны совершать. Весь день вы должны совершать санкиртан. Maybe sometime internally, sometime externally. Внешне или внутренне. То есть вы должны совершать санкиртан. You can get prema. И тогда вы обретете прему, иначе за рождение можно путешествовать, но по всем этим мирам без милости Нитянанды. Джей Шамса Еша Дайоед Ананта Сарватмана Асвита Прадам Джадинир Валикам Те Дустарам Матитарам Тича Дева Майя Но Мамаху Мити Дхи Са Сигала Бхакше. This body, anytime jackal and dog can eat it. Тело в любой момент может его какие-то шакалы, волки съесть, и ложное эго, оно тоже находится здесь. Это тело, но бесполезно, если мы не можем совершать баджан должным образом. The more you hate your own body, the more you can develop the mood of detachment. То есть вы должны развить такую непривязанность. Если вы будете больше и больше заботиться о теле, то есть вы больше в мае погрузитесь. То есть вы должны развивать непривязанность к телу. Then you can develop that kind of detachment which you need to do Gaur Bhajan. This way we have to do. But now actually, those who are doing, yesterday I was speaking, my mood was off yesterday. Some reason was there. So I couldn't speak properly. I wanted to speak so much. People are coming here, I can speak. Anyway, actually those who are not doing bhajan properly, те, кто не совершает баджан должным образом, те, кто поклоняются Ому, то есть пранаме, они тоже могут быть привлечены к Кришне, Баларамой, Гуранга Нитянанды. Они могут избежать настолько прекрасно. Кинджалко, миссатули сидал макарандаваю, антаргатаха сабибарена чакаратешам, шанкшовам аксарамоп, аксараджусамопи, читтотону. Remember this look yesterday? What is it? What I forget actually. My mood was not. So you see, tasyara bindu nanasya padara bindu kinjalko misu tulasidala makarandavayu antargataha sabhivarena tesham chakara tesham sanshoham aksharajusamopi chittatono. What does this mean?
И что это значит? Flowers and chandan and tulsi leaf, some devotee offered to the lotus feet of Narayan. That smell coming through nozzle hole inside. Листья тулси, лотосные стопы Нараяны, и вот они говорят, однажды мы почули запах этих тулоси, предложенных Господу, и мы почувствовали, что-то происходит в нашем сердце. И мы хотим увидеть эту личность Верховного Господа. То есть раньше они получили наставление от Брахмы. That's why they are very, interested to see the lotus feet of Narayan. They heard something. Они услышали что-то о Нараяне. They previously worshipping Om. Раньше они Om this word. Om Kali поклонялись. Any Mataji cannot pronounce. Should not. Не должны произносить это пранаму. Without Brahman. This Om Shabda should not be. Брахманское посвящение не должно произноситься, только если мы возвысимся до определенного уровня, то тогда это пранаму можно Омкару произносить. Yes, sometimes somebody giving mantra in Рамануджа Сампрадай, without Om they give. Мантру Рамануджа Сампрадай, например, обычным людям дают без пранамы. For special quality you need. То есть для этого нужно качество. Развить, чтобы произносить. И произношение должно быть очень четко, очень точно, точно. Поскольку вы произнесете должным образом, он явится в своем сиянии вам. То есть настолько Но до этого нужно дойти, нужно совершать баджан таким образом, чтобы Нитянанда Прабху был доволен нами и благословен. Нитянанда Прабху ждет нас. Гуру Махарадж говорил, что Нитянанда вот с распростертыми руками, он ждет нас. Гуранга Нитянанда, они ждут нас, почему вы уходите туда, но не все могут прийти, все хотят упасть в Майю. И что делать? Майя настолько сильна. И в то же самое время Бхагаван Шри Кришна говорит в Гите. Мамейва же пропадданте майя метам тарантите. Мамейва же пропадданте. Those who are inclined to me. But, O Thakur, nobody can incline unto the lotus feet of Krishna directly. Some procedure through sadhu, Nitananda, Valana, or sadhu guru Vaishnava. Inclination unto the lotus feet of Krishna you cannot satisfy. Not possible. То есть просто предаться вот этим самым Кришне. This way, you must go мало, нужно in front of a sadhu, пойти к настоящему святому Guru настоящему саду Гуру, и по их милости можно обрести милость Кришне. After this body, where you can go, you must think. Next day I can speak on details about what Pope was speaking. You must think over and again. Вы должны думать снова и снова, после того, как смерти, куда мы пойдем, если вы не будете думать об этом, вы не сможете стать успешными. Вы должны всегда молиться Господу, не тебе, всегда, чтобы Он благословил нас, нет пути, что мы не можем обрести прему. Ultimate sampatti. Our property is prema. Prem dhan bina, bertho daridra jivam, das kuri, betan more, deho prem dhan. I need salary. What salary? Prema. No money, nothing. А в чем зарплата? Премия. Okay. Then this way you see. Jano su krishna divimukho sadaiva. Адхармасиласа судукхитасья, ануграхаехо чаранти нунам, бхутани бхавьяни джанарданасья. Джешам саиша бхагаван дайоиданантха, сарватманасритападам джадинирвалихам, те дустарамматитаранти чадивамаям.
Но мамахумити дхи сосигал бхакши. Ванча калпатурвоши ки басинду бхавишна. Патитананг бхавана бхавишна. Any question if you have? What time? Now 7:30. Any question if you have? Vishwaroop, he went and then... Vishwaroop, actually, Vishwaroop went there in South India. Mahaprabhu is just actually wanted to deliver all South Indian people, many, they are all common people, to break their Siddhanta, Mayavad, everything. They are only speaking, I like to meet Vishwaroop. Vishwaroop already gone this way, in Pandharpur. In Maharashtra, on Pandharpur, there he leave his body, is written there. And then he enter in Nityananda. Ah, yes, no, Nityananda same, actually. On two different forms. Sachimata, remember that. Actually, in the womb of Sachimata, first Sankarsan came, is a system. Yeah. Be in Krishna Lila, go Lila. First Sankarsan and come, come and clear the way. Green signal. This is the system, no problem. Vishwaroop, we cannot know in details about Vishwaroop. Up to, Advaita Gosai, reciting Bhagavatam Gita, then Vishwaroop used to come. Yeah. This we know, but not details. Not in details, but because he took sannyas and gone. After that, nobody knows. This is the system. Anyway, so you must understand this point. Nityananda, Chaitanya Bhagavat, and Narottama Thakur Kirtan, Gauranga Valita Habe, Pulaka Sarir, Hari Hari Valite, Narayana Bhaveli, this Kirtan you must do alone, not to show people that I can do, sing nicely. I have seen one day, 20 years back, when I was in Vrindavan, I used to stay there actually. Совершать киртан для удовлетворения Господа. То есть вот я был во Вриндаване, когда однажды ходил в Гокулананде, в Дауджи-мандире, и видел, что один очень такой пожилый преданный Гауди, в красной оранжевой одежде, он сидел, пел киртан Гокулананде, я смотрел, как он поет. Я был очень вдохновлен. Никого не было, только Гокулананда там был, и он сидел таким образом, что ему как бы стыдно было, что я такая падшая душа, у меня нет правила даже, права даже сидеть там, рядом с тобой. И вот так он склонил голову. Не думал о том, кто слушает киртан или не слушает. Он только хотел, пел для удовлетворения Гокулананды. И с таким прекрасным чувством я был очень вдохновлен. Те, кто совершает киртан, у них должно быть это чувство. Иначе Гауранга Махапрабху не будет воспринимать ваш киртан, если нет должного чувства. Чувство смирения. Amanna Manadino Kirtan Niyo Sadahuri. Hari Kirtan only can be done. Hari Kirtan может совершаться только если у вас есть смирение. Tinadu Visunichano Tarupisuna. Amanina Manadino Kirtan Niyo Sadahuri. This is the only quality. То есть это единственное качество. You can test one Вы можете проверить одно препреданное, если он на самом деле смиренный или нет. He can speak in front of thousands of people. He can stay in forest, no difference. Говорить перед тысячами людей или находиться в лесу, для него нет разницы. Вся Гурварга находится с ним. Without, nobody there in front of me. Например, нету никого. Nobody there in front of me. Вот я был на Сурьякунде, когда еще никого не было. Я сидел на Ясасане и читал Бхагаватам для Сурьядева. Это был лес, никого там не было. Я читал Бхагаватам для Господа. Бхаджавасяне не понимали ничего, что говорили. Они не гуала. Sometimes one devotee is there with me. I used to go for Bika, Madhukuri Bika, приходил, слушал, proper place, family place there.
Я вот так иногда собирал мантру кали в домах браманов и читал по 8 часов в день обычно Бхагаватам для удовлетворения Кришны. Not that in front of me thousands of people, then I can speak Харикатха. If one people who can. То есть это не так, что я могу говорить Харикатху, если только много людей находится. Также могу одному говорить. То есть искренность. Бхакта, who is singing about glories of Krishna, two type of bhakta you can say. One bhakta is always expecting pranami, always expecting fame, name, все для удовлетворения Шри Кришны, например. Говорится, что есть два вида этих. But one another bhakta who is not вакт, here, то есть вакта тот говорит, то есть это тот, кто говорит, чтобы получить какие-то деньги, какой-то почет, славу, уважение. He can go to Lonely Place and do bhajan test because he is sitting. This way, this kind of mood we should develop. That kind of говорит только для удовлетворения Верховного Господа. И это чувство мы должны развить каждый день. How much progress I have done in my life. Мы... Every day, night time, we must calculate. Что мы сделали в нашей духовной жизни, как продвинулись, расширили какое-то скормление или что-то хорошее. Сколько мы повторили харинама. Качество. То есть мы должны следить за качеством харинама, не за количеством. One lakh harinam everybody must do. То есть каждый должен повторять лак харинама, нет никаких. No excuse, I cannot hear anything. Оправдание. Мы должны совершать лак харинама и качественно, причем во время харинама должны поместить фотографию Дамешва Нитянанда Гурудева Вишнава. Если ваш ум беспокоен, то есть можно слушать Харикатху настоящих Шуда Вайшнавов. Махамантра, this word. Также помогает написать имя Махамантра, и созерцать его, и повторить харинам. Иначе можно заснуть или еще что-то. Вы можете проверить себя, когда вы воспеваете харинам. You should get power from Nityananda. Вы должны получить силу от Нитянанды. Nayam atma barahinana rabhya. Those who are not having power, they cannot do bhajan. Balahinanarabhya, достаточно духовной силы, они не могут совершать бхаджан. То есть по милости, без милости Нитянанды, бал значит сила. Без милости Нитянанды мы не можем совершать бхаджан. Who is not enjoying full kripa of Balaram cannot do Nityananda, cannot do bhajan properly. Follow. So okay, Manchakarpudu, Vipassana Bhavya, Pratidhanam Pavanam Bhavishnabhyo, Namo Namo.